Красный Яр реабилитировался за неудачную игру с Кубанью. В 11-м туре российской премьер-лиги бело-зеленые отправились в гости к пензенскому Локомотиву. Железнодорожники в дебютном своем сезоне в элите российского регби создали немало проблем соперников. Но в этот день Яр сложно было остановить. От первой до последней минуты преимущество бело-зеленых не вызывало сомнений. 6 попыток тому подтверждение. Хозяева сумели ответить лишь одним заносом в исполнении воспитанника Красного Яра Сугробова. 7-42. «Сокол» начал реализацию билетов на первые домашние матчи команды в новом сезоне высшей хоккейной лиги. В продаже появились билеты на 4 матча. Свой стартовый поединок при родных трибунах пернатые проведут 22 сентября против «Ишстали». Затем с интервалом в 2 дня последуют матчи с «Молотом» при «Каме», «Таросом» и «Нефтяником». Билеты можно приобрести на сайте клуба или в терминалах «Платежка». Стоимость квитков варьируется от 200 до 400 рублей. Все матчи пройдут в ледовом дворце «Платинум Арена». Добавим, что в первом матче сезона «Сокол» на выезде уступил новокузнецкому «Металлургу». Ну а сегодня в эфир выйдет выпуск большой спортивной программы. На этот раз съемочная группа «Афонтово Спорт» побывала в гостях у кроссфитеров. Лучшие атлеты Красноярска готовятся к отбору на CrossFit Games в США. Кроссфитер – это человек, который готов соревноваться в непознанных и в непонятных занятиях. Это человек, который знает и умеет все. Расскажем об удивительных людях с несгибаемым характером. Жми, 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 жми! Я вообще не могла понять, ну то есть у меня после тренировок, у меня прям вот, я не знаю, как это правильно сказать, вот так вот, чтобы это было хорошо и красиво, ну меня перло, короче. А также испробуем свои силы в самом изматывающем виде спорта. Я надеюсь, не сильно отличаюсь от всех остальных. Практически нет, совсем чуть-чуть. Посмотри на эту реакцию. Он отменно выглядит. Он готов. Вообще не понимаю, что смеются люди. Не все просто привыкли к камерам, не все привыкли к такому вниманию. Вы думаете, в камере дело, да? Конечно, 100%. Все подробности сегодня в 21:30. Антон Соркин, Эдуард Баглай, Афонтово Спорт.